Погодные условия этой зимой были довольно суровыми. За долгими заморозками последовала довольно стремительная оттепель, а такие температурные колебания, к сожалению, могут негативно повлиять на техническое состояние асфальтобетонного покрытия. Тем не менее, ответственные службы делают все возможное, чтобы как можно быстрее привести в порядок городские дороги. Первые ямочные ремонты в Даугавпилсе начались сразу, как только это позволили погодные условия. Специалисты управления коммунального хозяйства сразу, как только растаял снег, приступили к обследованию территории города, чтобы определить места, которым необходим срочный ремонт. В первую очередь в порядок приводится асфальтобетонное покрытие на участках дорог с высокой интенсивностью движения транспортных средств, а затем и остальные улицы города. На данный момент проводятся неотложные ремонтные работы. Применяя холодный асфальт и неполную технологию, залапываются дыры, представляющие опасность для дорожного движения. Ближе к концу весны, когда возобновят работу асфальтобетонные заводы, горячим асфальтом, который значительно прочнее, начнут покрывать более обширные участки. Во многих микрорайонах города есть недавно заасфальтированные дороги, на которые еще действует гарантия. Они в хорошем состоянии, тем не менее, все равно будут тщательно обследованы, чтобы в случае необходимости можно было составить акт и обязать подрядчика устранить все дефекты в установленный срок. За техническим состоянием дорог тщательно следят, однако установить все дефекты сразу невозможно, поэтому жители также могут сообщать о ямах на дорогах города. Чтобы это сделать, нужно обращаться в управление коммунального хозяйства. При этом желательно приложить фотографию или хотя бы словесное описание, позволяющее точно определить местоположение ямы. Сюжет подготовил отдел общественных отношений и маркетинга Даугавпилсской городской думы.